Я его толкнул. Вы знаете, я хочу сказать в первую очередь, что вот 30 числа, 30 июля, мы данную подвижную единицу, рельсовый автобус РА-3, торжественно запустили на участке от Иваново до Кинешмы. И вот компания РЖД вкладывается для того, чтобы пассажиры и жители, гости Ивановской области чувствовали себя в пригородных перевозках достаточно комфортно. Рельсовый автобус РА-3 – это новейшая подвижная единица, которая изготавливается в нашей Российской Федерации. Комфортабельный, отвечающий всем безопасностям электропоезд, рельсовый автобус. И поэтому вот возмущает как бы нас, что вот такое отношение, ну, в первую очередь, наверное, хулиганские, начнем с хулиганских отношений к данному подвижному составу. Это вот 2 числа у нас произошло, подростки после отправления со станции Вичуга оббросали камнями данный рельсовый автобус, разбили окно, но вот по счастливой случайности окно это пробито не насквозь было, а если бы это произошло, то последствия могли быть серьезные. В поезде следовали пожилые люди, бабушки, дедушки, дети. И вот тот момент, анализируя видео внутри салона в данный момент, значит, видно было, что около этого окна сидели двое детей. То есть последствия могли бы очень тяжелейшие быть после вот таких неправомерных действий жителей Ивановской области. Я хотел бы отметить, что рельсовый автобус на сегодняшний день оснащен уровнем безопасности и в том числе видеонаблюдения, как и снаружи рельсового автобуса, он снимает, что происходит вокруг него, скажем так, и с инфраструктурой, по которой он едет, и внутри салона. То есть на сегодняшний день мы проанализировали все файлы, нам известны люди, как это было, происходило, в том числе с разбитым стеклом, с ДТП на переезде. Весь материал будет передан правоохранительным органам Ивановской области. И я думаю, что они будут в силах найти данных нарушителей и привлечь их к ответственности, в том числе до уголовной ответственности.